тех, кто на трибунах, руководство стран, высокопоставленные политические деятели. Сборную команду Исландии выступает Стефан Бергерсон, и не было двух мнений, кому нести флаг. На стадионе становится жарче, потому что выходит сборная Испании. Да, совершенно верно, и Хавьер Фернандес, представитель фигурного катания. Вот сразу видно, да, как вип-трибуны, кто-то искренне радуется, а кто-то все-таки волнуется и переживает. А как там после церемонии открытия наша сборная, да? Еще жарче сейчас станет.